Подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2016» обсуждалась на заседании Оргкомитета встречи, который сегодня в Национальном центре управления обороной провел Сергей Шойгу. Форум откроется в сентябре. В его работе примут участие ведущие оборонные предприятия России и зарубежные компании. Как отметил глава военного ведомства, подобные площадки позволяют эффективнее развивать отрасль и расширять сотрудничество с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что данное мероприятие еще раз наглядно продемонстрирует высокую эффективность подобной формы реализации государственной политики по оснащению вооруженных сил современным вооружением, военной специальной техникой. При этом хочу обратить внимание на международный аспект форума. В условиях непростой военно-политической обстановки он имеет особую значимость для совершенствования системы межгосударственной кооперации по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники.